Всем привет, друзья! Всем привет, друзья! Всем на канале Бэйби-Гоу! Привет, привет! Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Бэйби-Гоу! Бэйби-Гоу! Правильно... Да! Сегодня у нас продолжение изучения гласных букв по быстрой методике. И у нас второй урок. Для начала, перед проведением второго урока, надо закрепить первый. Как вы помните, у нас были пары «а-я», «о-ё». Сейчас мы еще раз быстренько повторим. Друзья, напомним, когда вы проводите уроки с ребенком, это должно быть не больше нескольких раз в день, не больше пары минут. И если он не хочет продолжать, значит, не надо продолжать. Если ему нравится, все равно должно быть 1-2 минуты, потом останавливайтесь и говорите: «Сыночка или доченька, продолжим в следующий раз». Заинтересуйте ребенка. Будем играть в ворон. Будем играть в ворон. Давай сначала повторим буковки. Как вы помните, у нас пары «а-я», «о-ё». Да, День? Сейчас ребенок должен сам их проговорить. Это? А. Правильно. Это? И в ворона будем. И в ворона поиграем. Это какая буква, Ой, День? Будем играть в ворона. Денечка, это какая буква? В ворона. Будем, будем. Это какая буква? Я. Правильно. Это какая буква? О. И эта буква? Ё. Ё. Все правильно. Теперь закрепляющие. Сколько игр, Денис? Пять. Пять игр. Все правильно. Пять закрепляющих игр. Первая игра. Красные буковки. Это у нас старшие братики. А синие — это младшие. И... младшие братики спрятались за старшими и перепутали порядок своего расположения. То есть за А спрятался Ё, а за О Я. И Дениска должен расположить их правильно. Денечка, какой брат должен быть за А? Не. Не Ё, а какой? Я. Правильно, вот. Сочетаем. А какой брат должен быть за О? Йо, правильно, ЙО, звук ЙО. А теперь наоборот. Теперь старшие братики спрятались за младшими братиками. Денечка, они перепутали порядок. Какой братик должен быть вместе с А? Йо. Нет, Йо должен быть с О. А с А какой братик должен быть? Йо. Нет. А, какой должен быть братик с буковкой А? О! О с кем должен быть? Йо. С Йо. Давай, клади О на Йо. А с кем должен быть? Я. С Я. Все правильно. Друзья, это первые две игры. И еще есть целых три. Самая простая. Ветер разбросал всех братиков. Давай сложим их по порядку, как в стишке. Ну да, это А. Правильно? А. Потом это Я. Все верно. А. Потом это О. И кто за О? Я. Нет, я тоже сказал. Это Ё. Я. А. О. Я. О. Ё. Ё. Мы сложили. Теперь Денискина любимая игра — ворона. Мы кладем все четыре карточки в правильном порядке перед ребенком. А, я, о, ё. И играем в игру ворона. Ворона летела, летела. На какую букву ворона села? Буква А. На букву А, друзья, все правильно. Давай еще. Ворона летела, летела. На какую букву ворона села? Буква О. Все правильно, друзья, на букву О. Давай, ворона летела, летела. На какую букву ворона села? На букву Я. На букву Я. Вот такая замечательная игра. Динечка, и последняя игра. Я беру эти карточки. Тусую их. Как игра в карты. Мешаю. И кидаю тебе. Если ты называешь правильно, ты оставляешь себе. Неправильно — я забираю карточку. Друзья, какая это буква, Денис? Да. Молодец, забирай себе. Друзья, вы тоже можете угадывать. Денис, какая это буква? Нет. Нет?
Я забираю. Ты со второго раза сказал правильно. Какая это буква? О. Молодец, забирай себе. Так. Это какая буква? Я. Я, супер. Забирай себе. Забирай, твоя буква. И вот это? Какая буква? Йо, все правильно. Все, ты все разложил. Теперь мы переходим ко второму уроку. И во втором уроке у нас добавляются буквы У и Ю. Соответственно, вы, показывая карточки ребенку, первые четыре сами у него спрашиваете, а У и Ю проговариваете. Потом это упражнение закрепляете в течение нескольких дней. Поехали. Это? Правильно. Так, это какая буква, Денис? Я. Это? О. И это? Ё. Дальше говорю я. У. О, мы и так знаем, что это У. Это У. И вот это? Ю. Супер. И так надо повторить несколько раз. Вот такой вот второй урок замечательный. В следующий раз будет, естественно, третий урок и игры закрепления. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы ненадолго прощаемся. Ставьте нам пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте полезные комментарии. До новых встреч, друзья! Пока-пока! И, конечно, поцелуй! Иди целуй, друзей!